Добрый день, прошу всех рассаживаться. Уважаемые коллеги, давайте уважать время, наберемся терпения и внимания. Уважаемые участники публичных слушаний, сегодня мы проводим публичные слушания по проекту бюджета городского округа Красноармейск на 2020 и на плановые 2021-2022 года. Данное публичное слушание проводится в соответствии с решением Совета депутатов от 23 октября 2019 года номер 50-1 о проекте бюджета городского округа Красноармейск Московской области на 20-й и плановые 21-22 года. И постановление главы городского округа Красноармейск за номер 829 от 25 октября 2019 года о проведении публичных слушаний по проекту бюджета городского округа Красноармейск на 20-й и плановые 21-22 года. Данный проект со всеми приложениями выложен в открытом доступе на сайте администрации. Также опубликован в спецвыпуске городской еженедельной газеты «Городок» за номером 1269-18-28 октября 2019 года. Поэтому все желающие могли ознакомиться. Также был утвержден порядок подачи предложений к исходу 11 ноября в финансовое управление администрации города. В процессе публичных слушаний ведется протокол, который вносится в ваши предложения и замечания участников публичных слушаний. Поэтому, если у вас возникнут какие-то вопросы, вы можете их задать как устно, так и письменно и передать секретарю комиссии по проведению публичных слушаний Яшкиной Елене Валерьевне. Сегодня хотелось бы отметить 12 ноября. Мы находимся в ДК Ленина. Время у нас 16:05. Предлагаю перейти к работе. Регламент следующий. 20 минут доклад. Докладчиком будет Морозова Евгения Васильевна. Обсуждение вопросов и ответы 20 минут. И, соответственно, подведение итогов. Слово передаю начальнику финансового управления администрации Морозовой Евгении Васильевне. Добрый день, уважаемые присутствующие. Мы подготовили проект бюджета городского округа Красноармейска на 2020 и на плановый период 2021-2022 году, доступный для граждан форме. Так называемый бюджет для граждан рассчитан на широкий круг лиц и отражает основные характеристики и показатели исполнения бюджета. Публичные слушания являются обязательной частью бюджетного процесса. Подготовка и проведение публичных слушаний подтверждает реализацию принципов открытости и прозрачности управления общественными финансами в городском округе. Хочу отметить, что при составлении проекта бюджета проведена большая работа совместно с Советом депутатов, контрольно-счетной палатой и структурными подразделениями администрации городского округа Красноармейск. Все предложения и замечания в ходе работы были приняты и будут учтены при утверждении проекта бюджета. Финансовым управлением администрации городского округа Красноармейск замечания и предложения принимались от участников публичных слушаний. По состоянию на 12 ноября 2019 года поступило два предложения от Совета депутатов городского округа Красноармейск. Проект бюджета городского округа Красноармейск подготовлен с учетом требований бюджетного кодекса Российской Федерации в соответствии с положением о бюджетном процессе в городском округе Красноармейск. Доходы бюджета городского округа Красноармейск Московской области прогнозируются в сумме в 2020 году 968 414 000 рублей, в 2021 году 966 665 000 рублей и в 2022 году 938 826 000 рублей. Доходы бюджета состоят из налоговых и неналоговых доходов и также безвозмездных поступлений. В объеме доходов 2020 года наибольший удельный вес составляет налог на доходы физических лиц, он занимает 29%. Налоги на имущество, в том числе земельный налог, составляет 15%. Доходы от использования имущества 3%. Налоги на совокупный доход 5%. Планируемые доходы части бюджета городского округа на 2020 год 43% занимают безвозмездные перечисления из бюджета бюджетной системы Российской Федерации. Из них субвенции в сумме 405 423 000 рублей. Прогнозных показателей доходной части бюджета городского округа на 2020 и
среднеплановый период 2021-2022 годов, как представлены на слайде, учтены все возможные доходные источники на территории городского округа, предусмотренные бюджетным и налоговым законодательством, которые рассчитаны по методике определения расчетных налоговых и неналоговых доходов бюджета городского округа Красноармейск. На основании проекта закона Московской области о бюджете Московской области на 2020 год с учетом максимально возможного уровня собираемости налогов и оценки поступлений в бюджет городского округа. Расходы бюджета городского округа Красноармейск рассчитаны в соответствии с законом Московской области о нормативах стоимости предоставления муниципальных услуг, оказываемых за счет средств бюджета муниципальных образований Московской области, применяемых при расчетах межбюджетных трансфертов. В 2020 году расходы составят 1 миллиард 4 969 тысяч рублей. Расходы бюджета городского округа Красноармейск Московской области на 2020 год сформированы по разделам и подразделам классификации расходов бюджета. В структуре общих расходов проекта бюджета на 2020 год расходы на общегосударственные вопросы составляют 14%. Расходы на национальную экономику и на национальную оборону, безопасность и правоохранительную деятельность по 2%. Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство 11%. Расходы на образование 61%. Расходы на культуру 6%. Расходы на социальную политику 2%. Расходы на физическую культуру и спорт, и также расходы на обслуживание государственного и муниципального долга 1%. Удельный вес программных расходов в общем объеме всех расходов составляет 99%. Начиная с 2020 года всеми муниципальными образованиями Московской области по требованию Министерства экономики и финансов Московской области будет осуществлен переход на типовой бюджет. В целях выполнения данных мероприятий все действующие на сегодня муниципальные программы прекращают свое действие в 2019 году. С 2020 года принимаются новые муниципальные программы, перечень которых представлен на следующих слайдах. Главной целью муниципальной программы «Культура» является повышение качества жизни населения городского округа Красноармейск Московской области путем развития услуг в сфере культуры и туризма, а также увеличение показателей обеспечения библиотечными фондами, увеличение числа посетителей музейных экспозиций, создание новых творческих проектов, культурных программ, поддержка творческих коллективов, увеличение числа учащихся в учреждениях дополнительного образования детей сферы культуры, повышение качества дополнительного образования. Также в этой программе предусмотрено укрепление материально-технической базы учреждений культуры, развитие архивного дела в городском округе. На реализацию данной программы в 2020 году предусмотрены средства в размере 65 миллионов 603 тысячи рублей. Главной целью муниципальной программы образования является повышение доступности, качества и эффективности образовательных услуг через совершенствование сети образовательных организаций, внедрение современных организационно-экономических моделей предоставления услуг, защита прав и интересов детей, создание условий для их безопасной жизнедеятельности, развитие материально-технической базы дошкольных, общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования в городском округе Красноармейск. На реализацию муниципальной программы предусматриваются средства в 2020 году в размере 615 миллионов 937 тысяч рублей. Главной целью муниципальной программы социальной защиты населения является организация и проведение мероприятий социальной направленности, организация и проведение мероприятий, направленных на создание условий для мотивации, внедрения здорового образа жизни, сохранения здоровья населения, работа с населением по формированию позитивного общественного мнения в отношении мер доступности среды жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп населения. Оказание системы отдыха и оздоровления детей в каникулярное время. Оказание поддержки общественным объединениям инвалидов. На реализацию данных мероприятий предусматривают средства в 2020 году 15 миллионов 112 тысяч рублей. Основными задачами реализации муниципальной программы «Спорт» являются укрепление материально-технической базы для занятий физической культурой и спорта, развитие физкультурно-оздоровительной деятельности на территории города, организация пропаганды культур, здорового образа жизни, занятий физической культурой и
спорта. В 2020 году на мероприятия в сфере спорта планируются средства в объеме 7 532 000 рублей. На реализацию муниципальной программы развития сельского хозяйства предусматривают средства в сумме 444 000 рублей на осуществление переданных полномочий Московской области по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных. По муниципальной программе «Экология и окружающая среда» планируются расходы на решение основной задачи по защите от негативного воздействия вод и обеспечению безопасности гидротехнических сооружений. На реализацию данной муниципальной программы предусматриваются в 2020 году средства в сумме 930 000 рублей. Основными задачами реализации муниципальной программы безопасности и обеспечения безопасности жизнедеятельности населения является осуществление подготовки и повышение уровня готовности необходимых сил и средств для защиты населения на территории городского округа Красноармейск от чрезвычайных ситуаций, предупреждение, ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также террористических проявлений на территории городского округа Красноармейск. На реализацию муниципальной программы предусматривают средства в 2020 году в сумме 15 720 000 рублей. Главными задачами муниципальной программы жилища являются развитие жилищного строительства, приобретение жилых помещений в целях предоставления по договорам социального найма гражданам, состоящимся на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, исполнение государственных полномочий по обеспечению жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа. На реализацию этих мероприятий запланированы средства в 2020 году в сумме 4 414 000 рублей. На выполнение мероприятий муниципальной программы развития инженерной инфраструктуры и энергоэффективности на 2020 год предусмотрены средства в размере 9 526 000 рублей. Главной целью программы является обеспечение рационального использования топливно-энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий, организация уличного освещения, техническое перевооружение и внедрение энергосберегающих технологий. Средства, предусмотренные по муниципальной программе предпринимательства, планируется направить на решение следующих задач. Повышение конкурентоспособности малого и среднего предпринимательства в приоритетных отраслях экономики городского округа за счет создания благоприятных условий для реализации предпринимательской деятельности, организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения, транспортировка в морг с места обнаружения или происшествия умерших для производства судебно-медицинской экспертизы, на реализацию муниципальных программ. Спасибо. Предусматривают средства в 2020 году 5 900 000 рублей. Основными целями муниципальной программы управления имуществом и муниципальными финансами являются повышение эффективности управления и распоряжения муниципальной собственностью и земельными ресурсами, обеспечение открытости и прозрачности деятельности органов местного самоуправления и создание условий для осуществления гражданского контроля за деятельностью органов местного самоуправления городского округа Красноармейск, повышение качества управления муниципальными финансами, повышение эффективности муниципальной службы в городском округе, повышение эффективности организационного, нормативно-правового и финансового обеспечения развития и укрепления материально-технической базы органов власти муниципального образования. На реализацию муниципальной программы предусматривают средства в 2020 году в размере 117 275 000 рублей. Главной целью муниципальной программы развития институтов гражданского общества, повышения эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики являются организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в городском округе, информирование населения об основных событиях социально-экономического развития и общественно-политической жизни, повышение качества осуществления первичного воинского учета. Средства в бюджете городского округа на выполнение данных мероприятий предусматриваются в размере 13 049 000 рублей на 2020 год. Главной целью муниципальной программы развития и функционирования дорожно-транспортного комплекса является
развитие и устойчивое функционирование сети автомобильных и внутриквартальных дорог городского округа Красноармейска Московской области, повышение безопасности дорожно-транспортного комплекса городского округа Красноармейск. На реализацию этих мероприятий средства предусмотрены в 2020 году в сумме 13 674 тысячи рублей. К основным целям муниципальной программы «Цифровое муниципальное образование» относятся снижение административных барьеров, повышение доступности и качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе по принципу «одного окна», повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления и доступности муниципальных услуг для физических и юридических лиц городского округа Красноармейск за счет внедрения и использования информационно-коммуникационных технологий. На реализацию муниципальной программы предусматриваются средства в 2020 году 15 938 тысяч рублей. По муниципальной программе архитектуры и градостроительства предусмотрены мероприятия для достижения следующих целей. Совершенствование системы территориального развития и градостроительного регулирования на территории городского округа Красноармейск. Формирование политики пространственного развития городского округа и повышение качества жизни населения городского округа. На выполнение мероприятий предусматривают средства в 2020 году 1 235 тысяч рублей. Задачами муниципальной программы формирования современно комфортной городской среды являются создание условий для приведения жилищного фонда в соответствии со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания, озеленение территории городского округа, благоустройство общественных территорий и мест массового отдыха населения, создание комфортного и безопасного проживания населения, выполнение работ по ремонту объектов коммунальной инфраструктуры, обеспечение пожарной безопасности населения, привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства. На выполнение этих задач предусматривают средства в 2020 году в сумме 32 миллиона 680 тысяч рублей. Приоритетными задачами муниципальной программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда является решение финансовых и организационных вопросов расселения граждан из аварийных многоквартирных жилых домов. В рамках выполнения государственной программы Московской области в 2020 году на софинансирование мероприятий из бюджета городского округа предусматриваются средства в размере 60 миллионов 816 тысяч рублей. Непрограммные расходы в бюджете городского округа Красноармейск предусматриваются на 2020 год в сумме 9 миллионов 184 тысячи рублей. Непрограммные расходы бюджета включены расходы на материально-технические, техническое и финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления Московской области, не включенные в муниципальные программы. Исходя из планируемой потребности в бюджетных средствах, необходимых для обеспечения функционирования и содержания занимаемых помещений, и имеющейся материально-технической базы, а также резервный фонд администрации городского округа Красноармейск. Дефицит бюджета городского округа Красноармейск в 2020 году запланирован в размере 36 миллионов 555 тысяч рублей, что составляет 9% от общей суммы доходов. Основным источником внутреннего дефицита бюджета городского округа Красноармейск в планируемом периоде является коммерческий кредит, который планируется привлечение для выполнения приоритетных задач, поставленных перед городским округом Красноармейск Московской области в рамках выполнения государственных программ. Представленный проект бюджета на новый трехлетний цикл 2020-2022 годов продиктован текущей экономической ситуацией. Обеспечение расходных обязательств источниками финансирования является необходимым условием эффективного функционирования бюджетной системы Российской Федерации и реализации государственной политики в целом. Для этого должен быть подтвержден безусловный приоритет исполнения действующих обязательств. Инициативы и предложения по принятию новых расходных обязательств будут рассматриваться исключительно после соответствующей оценки их эффективности, пересмотра нормативных правовых актов, устанавливающих действующие расходные обязательства, и учитываться только при условии взвешенной оптимизации расходов в заданных бюджетных ограничениях. В заключение хочу добавить, что настоящий проект бюджета не является окончательным, так как
Московской областной думы еще не принят закон о бюджете Московской области на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов в части доведения межбюджетных трансфертов городскому округу Краснодарность. В связи с этим проект бюджета городского округа будет уточнен в части межбюджетных трансфертов за счет средств бюджета Московской области. Доклад окончен. Спасибо. Приступаем к обсуждению. Просьба, есть микрофон, подходим, фамилия, мы записываем в протокол вопрос, и все вопросы будут обязательно учтены при подготовке и направлении в Совете депутатов окончательно проекта бюджета. Поэтому у кого есть предложения, вопросы, подходим, задаем. Ну, микрофон, да, пожалуйста. Если есть письменные, кто-то хочет передать, можно подойти, передать все, что будет подано, будет учтено. Уважаемые участники публичных слушаний, Комиссия по экономическому развитию, информационной политике, открытости власти и противодействию коррупции Общественной палаты городского округа Красноармейск провела общественную экспертизу по проекту бюджета городского округа Красноармейск Московской области на 2020 год и на плановый период 2021-2022 году. Экспертиза проекта бюджета муниципального образования на 2020 год и на плановый период 2021-2022 проведена на основании федерального закона об основах общественного контроля Российской Федерации, положение о порядке проведения общественной экспертизы и положение об общественной палате. Проект бюджета муниципального образования городского округа Красноармейск на 2020 год и на плановый период 2021 года подготовлены в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации, согласно нормативному правовому акту положения бюджетного процесса постановления главы города. Нарушение законодательства при составлении бюджета не выявлено. Единственное, я не буду все дочитывать, потому что Евгения Васильевна очень подробно все цифры здесь дала. Единственное, наверное, замечание, что общественники отмечают тенденцию уменьшения доходной части бюджета в 2021 и 2022 году и, соответственно, и расходной части. На основании экспертизы проекта бюджета муниципального образования городского округа Красноармейск Московской области на 2019 на плановый период 2020-2021 годов рекомендовать проект бюджета к утверждению. Также рекомендовать администрации города совместно с Советом депутатов рассмотреть вопрос о увеличении доходной части бюджета. Администрация, соответственно, наметит план мероприятий по увеличению доходной части бюджета на 2021-2022 год. Спасибо, Лидия Владимировна. Ну, наверное, пока по последней части скажу. Цифры мы все согласовываем с Министерством экономики и финансов Московской области, и прогнозные цифры, которые вы озвучили 2021-2022 года, это исключительно прогноз и их норматив, который нам спущен. Но в любом случае у нас имущественный блок работает над постановкой объектов на кадастровый учет и вовлечение в налоговый оборот, плюс мы работаем с должниками, комиссия по мобилизации доходов заседает у нас раз в две недели. Цель-то понятна, и к чему движемся. Наша общая работа все-таки увеличение заработка. Да. Принимаются еще вопросы? Да, пожалуйста. Здравствуйте, Спартак Анатолий Николаевич. Строитель многодетных по проектированию дороги в нашем участке. Насколько вам сказали, текущий бюджет заложен на 500 миллионов, 500 тысяч, как электронных данного проекта. С нашей точки зрения данной суммы может не хватить, потому что предполагается заложено производство гидроматериалов исследований. Предыдущая администрация оценивала это в районе тех же самых 500 тысяч. Соответственно, на саму корректировку проекта денег может уже не остаться заложено в таком виде. В принципе, все. Смотрите, да, ну я знаю, что вы с Александром Борисовичем Федором на связи. Цифру 500 тысяч вы озвучили верно. Бюджет является, скажем так, живым подвижным организмом. В рамках
уже выхода непосредственно на работы по корректировке, да, мы будем учитывать мнение, соберем коммерческие предложения. Если будет не хватать, соответственно, мы выйдем в совет депутатов и будем перераспределять эти денежные средства. Что касается дороги, то она в любом случае будет сначала поставлена на кадастровый учет как плоскостной объект, как линейный, и после этого уже будет финансирование, софинансирование за счет двух бюджетов Московской области, как у нас сейчас по дороге 95% и 5% местного бюджета. Поэтому все предложения принимаются, будут учтены. Все, спасибо. Еще вопрос есть? Дальше, Сергеевич, пожалуйста. Карпов Александр Сергеевич, депутат, Я хотел бы остановиться вот на чем. Юрий Васильевич упомянул, что от Совета депутатов были предложения, замечания. Нельзя ли озвучить эти предложения, замечания, и каким образом они учтены в данный проект, который предоставлен. Дело в том, что эти замечания готовы весной, и на заседании Совета депутатов я просил принести протокол данных предложений, которые там прозвучали, и в последующем эти замечания были оформлены в виде письма, подписаны писателем Совета депутатов. Ну, конкретно я говорить не буду о них, поэтому Елена Васильевна скажет. Это одно. Второе. Ну, я присоединяюсь к Андрею Владимировне о том, что доходную часть бюджета нам надо скрупулезно смотреть и доводить ее до тех нормативных показателей, которые нам спускаются, и даже сверх того. Потому что последние, ну, можно говорить, 5 лет фактически развитие производства у нас стоит на месте. Значит, никаких инвестиций серьезных не приходит. Мы со стороны, по сути дела, всего сообщества нашего городского не видим каких-то прорывных таких работ, которые могли бы нам дать дополнительные рабочие места и значительно пополнить наш бюджет. При этом я еще хотел бы остановить сегодняшний. У нас, я знаю, что постановление главы от 31 октября 2019 года номер 852 принято решение о ликвидации МГУ молочно-раздаточный пункт в Красноармейске. При этом в расходной части бюджета закладывается сумма 2 миллиона 908 тысяч рублей. Я не знаю, откуда эта сумма такая берется на основной части бюджета содержания 2020 года. Прошу эту цифру рассмотреть и откорректировать. Я просто прошу откорректировать. Да, Александр Сергеевич, спасибо. Значит, начну с обратного. Спасибо. Значит, молочный пункт не ликвидируется, мы переходим в монетизацию. Здесь эта ситуация понятно и известно, закон был утвержден в тот момент, когда уже мы проект бюджета направили на публичные слушания, и поэтому он сначала был опубликован, потом были приняты решения. Что касается итоговой части, то окончательная версия, здесь проходит публичные слушания, учитывается все мнения, но окончательная версия будет направлена в контрольно-счетную палату города Красноармейска и Совет депутатов после проработки всех вопросов, которые поступят. И всех замечаний. Что касается, вы уже повторили, еще раз скажу, по мобилизации доходов, то в прошлом году в налогооблагаемую базу были включены 555 объектов недвижимости. Ну, кто представляет город и знает, как это происходит. Да, никого не секрет, что 95% территории является федеральной и имеют щадящий, скажем так, режим налогообложения. При этом у нас нет проблем с внешними перечислениями и заимствованиями со стороны бюджета федерального и областного, что позволяет нам в следующем году полноценно войти в программу переселения жилища, это аварийное и ветхое жилье дом на Краснофлотской на 647 миллионов рублей, причем 84% это деньги федеральные и региональные, и те люди, которые ждали свои квартиры в программе 2015-2019, уже в следующем году увидят реально строящийся дом. Что касается поднятого вопроса плотины, то мы в программу вошли точно так же, и у нас уже есть финансирование на 2020-2021 год по капитальному ремонту плотины на 36 миллионов рублей. Также в настоящий момент проходит закупка на проектирование стадиона «Зенит». На следующий год удалось совместно с правительством Московской области при поддержке губернатора выделить 70 миллионов на благоустройство
площади напротив ДК с обустройством игровых зон. Поэтому в этой связи даже то софинансирование, которое предусмотрено в части муниципалитета, оно уже имеет субсидии, безвозмездные перечисления со стороны бюджета регионального. Те деньги, которые закладываются, они уже входят в поддержку муниципалитета со стороны Московской области. Кроме того, проведя переговоры с Министерством финансов, экономики и финансов Московской области, удалось достичь понижения процента софинансирования для нашего муниципалитета с 16,9% до 10,9%. Ну, кто понимает, там, кто экономист или учреждение, которое знает, что такое софинанс, да, то для нас теперь софинансирование выглядит 10% на каждый вложенный рубль. Нам легче уже входить в какие-то программы, и в этом плане мы не стоим. Если вы сказали повысить доходную часть, то мы понижаем расходную часть. И для нас любое участие в проекте уже дешевле. А даже те проекты, в которых мы участвуем, субсидируются со стороны правительства Московской области. Вот субсидии поднято, было заложено 400 тысяч рублей, а их уже будет на 21 миллион. Поэтому мы за счет того, что движемся, мы получаем субсидии. Да, мы понимаем, и правительство понимает, что мы принимаем исчерпывающие меры. Ну, вы же тоже понимаете, что мобилизация доходов, она имеет какой-то предел. Да, и снижение для нас, снижение доходной части бюджета не означает прямое снижение расходной. Нам эти деньги компенсирует правительство Московской области. А по результатам работы по мобилизации доходов и вовлечению в налогооблагаемую базу имущества мы находимся в первой тройке муниципалитета. Все предложения будут учтены. Что касается по вопросам, предложениям, которые были вам не направлены в рамках протокола, не направлены из Совета депутатов, нам они также будут учтены при формировании окончательной части бюджета. Каждый вопрос будет рассмотрен. В этой части хотел бы сказать, что финансирование всех объектов, всех мероприятий идет по нормативу, который нам спускает Минфин. Здесь мы не можем проявлять для себя чего-то, потому что проект бюджета проходит не только местные процедуры согласования, но и процедуры согласования Министерства экономики и финансов Московской области. Планов у нас на следующий год большие, правительство нас поддерживает. Я уверен, что все присутствующие поддержат. Спасибо за поддержку общественной палаты, спасибо за поддержку в лице. Сейчас у нас Михаил Михайлович в отпуске, зампредседателя Совета депутатов Мутова Наталья Вячеславовна. Я уверен, что мы сможем реализовать одно переселение и решить вопрос с дорогой. Мы ее отсоединяем, да, от общего проекта выходим в МТД уже для получения финансирования. Окончательная история, не хватит 500 тысяч, мы добавим эти 500 тысяч. В любом случае, в окончательной редакции, к подготовке окончательной редакции бюджета будет четко учтены каждое предложение, будь то письменное, устное, от Совета депутатов или просто от жителей, даже если они не будут направлены сейчас. Я поставил задачу, что все предложения, которые будут вплоть до сегодняшнего вечера нам представлены, все будут учтены, рассмотрены. Но бюджет это само по себе субстанция сбалансирования, чтобы откуда-то добавить, чтобы куда-то добавить, нужно откуда-то убавить. Хозяйки меня поймут, да, ну нельзя свои борщ положив только одну свеклу. Поэтому мы должны сделать эту историю сбалансированной. Я уверен, что у нас с вами вместе получится, тем более Александр Сергеевич с вами, мы на плотном контакте. Спасибо. Еще можно один вопрос? Давайте, Александр Сергеевич, конечно. Я бы вот на чем хотел остановиться, я не знаю, присутствующие все ли читали этот документ, это утверждение постановления главы города номер 827, это утверждение прогноза социально-экономического развития нашего городского. Я его изучил, и вот у меня есть один такой вопрос. Значит, я так знаю, что в бюджет эти деньги не закладывались, не рассматривались, но тем не менее, мне просто интересно. Вот в разделе «Физкультурный спорт» есть такая фраза. Показатель мощности спортивных залов у нас остается неизменной в 2019 году и составляет 1827 квадратных метров. И вот вторая фраза, она меня что-то очень насторожила. В 2020 году планируется постройка открытого многофункционального спортивного зала площадью 1145 квадратных метров. Можете мне прокомментировать, что это за прогноз такой, и что мы тут хотим в него вложить по этому залу, где он будет строиться, какой многофункциональный зал, что это такое
Да. Смотрите, я отвечу на этот вопрос. Когда мы говорим о прогнозах, прогнозы не совсем связаны все-таки с бюджетом, мы в настоящий момент обсуждаем бюджет. Но я все равно отвечу на этот вопрос. У нас два основных проекта в рамках реализации, да, сейчас, вы знаете, не секрет, рассматривается концепция по дострою двух проблемных объектов на новой жизни, и там рассматривается два вопроса социальной нагрузки инвесторов. Это либо дополнительная пристройка к детскому саду, либо то, о чем вы сказали, вот этот многофункциональный спортзал. Это первая история. И вторая история, я не вижу Елену Дмитриевну, но, наверное, она мысленно с нами, Романова. Да, есть. Значит, мы, наверное, вот я полтора года, да, работаю в городе, мы постоянно подаем информацию о размещении данного объекта. Мы не можем его не включить, потому что от нас требует министерство, мы подаем данные и включаем. Вы правильно сказали, прогноз. Если мы не прогнозируем увеличение наших спортивных объектов, то у нас их не увеличат. Мы все мечтали о «Зените», сейчас это реальность, но нужно поднапрячься. Мы все хотели плотину, они, ну, как все говорят, мечтали, да, и это уже реальность в финансах. У нас были сложности с переселением, и это будет не 3-4-5 маленьких домиков, это полноценная 12-этажка в районе Краснофлотской. Здесь мы ставим перед собой прогноз, мы ставим перед собой задачу, мы ставим себе цель и к ней идем. Если эта цель недостижима по каким-то результатам, мы уже обсуждали, как проекты муниципальных программ меняется актуализация, мы эту цель с этого года переносим на следующий и также добиваемся, потому что если мы ее уберем, ну, нам денег никто не даст. А бюджет, ну, вы сами смотрели, видели, он в большей степени зависит от внешних заемных инвестиций. Ну, тут так вот работает. Понимаете, вы прокомментируете, но я не убежден, я объясняю еще. Я понимаю, что 21 год нужно. Если я где-то обсуждали вопрос буквально 2 дня назад, значит, я услышал только одно, что возможно, значит, наш депутат областной Думы Асян Геннадьевич Клепков, то есть посодействует нам возможности выделения каких-то денежных средств для подготовки возможной площадки, если что-то произойдет, если будет что-то. Другого прогноза я не вижу. Александр Сергеевич, смотрите, ну, я ответил на ваш вопрос. Вопрос находится вне бюджетного процесса. Я предлагаю закончить публичные слушания. Вы подойдете, мы обсудим. Друзья, коллеги, еще есть вопросы? Да, пожалуйста, письменно или зададите его устно, как вам есть. Можно? Давайте. Елена Александровна, очень большая просьба. Вот, вы очень много здесь говорили о безопасности. И у нас вот на Болсунике остановка, вот на Болсунике видосведущий 1 километр, а там дети в школу ходят, станки падают, как я. Еще тротуара нет, а зимой, а вот когда в Москву едешь с правой стороны, туда, значит, снег сюда сходит. Вот сейчас слякоть пойдет, там вообще полный кирбит. И вот очень большая, прям умоляет, хотя бы по требованию остановку на улице Пушкина, ну, посредине вот этого. Давайте так, я понял ваш вопрос. Смотрите, у нас сейчас обсуждение бюджета. Вы после завершения публичной службы подойдите ко мне, оставьте бумаги, мы с вами переговорим. А вы туда включите. Бюджет мы не можем включить остановку по требованию, к сожалению. Это уже, смотрите, маршрут областной, мы с вами сядем, посмотрим, как это сделать. Вы потом после публичной слушания подойдите, и мы посмотрим, что можно сделать. Да, они отпуск дают, туда уже писали ваши замы и добродел. Значит, они, простите, я добавлю. Как вас зовут? Они ссылаются на ГОСТ. Как вас зовут, Ева? Меня Галина Захарова. Галина Захаровна, вы присаживайтесь, я не уйду, мимо вас пройду, мы сядем, все рассмотрим. Коллеги, в рамках обсуждаем вопросы, есть еще предложения? Тогда спасибо, уважаемые участники публичных слушаний. Считаем публичное слушание по проекту бюджета городского округа Красноармейск на 2020-2021-2022 годы. Планового периода состоявшимся. Спасибо за внимание. Всего доброго. Кто хотел задать вопрос, подходите.